Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я расскажу тебе об одном очень классном приложении, с помощью которого ты сможешь свои старые черно-белые фотографии сделать живыми и цветными. Если у тебя есть фотографии из детства, либо у твоих родителей черно-белые фотографии, то ты с помощью этого приложения можешь добавить им цвета, реалистичного, настоящего цвета. И не теряя времени, давай приступим, я тебе покажу, как это сделать. Для этого заходим в Google Play Market и в поиске вводим Colorize. Прямо как видишь на экране. Нам нужно приложение Colorize от разработчика PhotoMine Ltd. Вот такая иконка у приложения, и вот здесь разработчик. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Я сейчас его удалю у себя и заново установлю, чтобы пройти все настройки вместе с тобой. Устанавливаем. Итак, приложение скачалось и установилось, поэтому мы можем его открыть. Находим наше приложение. Вот так выглядит иконка этого приложения. Нажимаем. Запускаем. Первоначальная настройка. Здесь показан видеоурок, как пользоваться программой. В принципе, тут все просто. Нажимаем пропустить. Приложение бесплатное, но имеет ограничение в несколько фото. Чтобы иметь возможность неограниченного использования, нужно приложение это приобрести. Но нам достаточно и пробного периода, чтобы сделать несколько наших фотографий, которые есть в архиве. Нажимаем «Начать бесплатный период». Пропустить. И далее нам предлагают сканировать или загрузить фото. То есть сканировать — это означает сфотографировать нашу фотографию, которая есть на бумаге. А загрузить — это загрузить с памяти телефона. Выбираем либо сканируем фотографию камерой, либо если фотография уже хранится на телефоне, нажимаем импорт и выбираем наше черно-белое фото. Выбрали, нажимаем готово, и фото будет сохранено. Давай выберем еще одно фото. Можно поделиться фото, отправить по e-mail. Либо сохранить на нашем телефоне. Для этого выбираем фото, нажимаем сохранить, нажимаем пропустить и выбираем сохранить на данном устройстве. Все, фото сохранено. Теперь можем перейти в галерею на нашем смартфоне. И найти наше сохраненное фото. Как видишь, фотография сохранилась в хорошем разрешении, как и был исходный файл, только теперь в цвете. Я показал работу приложения на примере Android смартфона, но такое же самое приложение есть и в App Store. Если у тебя iPhone с операционной системой iOS, ты можешь найти его также и в App Store. Для этого заходим в App Store и также вводим название нашего приложения Colorize от PhotoMine.
и можем его также скачать и установить на наш iPhone и пользоваться ровно так же, как я сейчас показал на Android смартфоне. На этом у меня все. Надеюсь, видео было полезным. Если так, ставь обязательно лайк этому видео, оставляй любой комментарий под этим видео и подписывайся на канал.